Апрель начался вихрями и морозами, а потом вдруг сдалась зима. Еще несколько дней назад не видно было в поле ни клочка земли, торчали лишь вытаившие в сугробах кустики. Как вдруг на южном склоне осенняя пахота показалась, а там грачи вышагивают, когда прилетели. А вот ведь, стало быть, учуяли птахи небесные. Заплясали, зазвенели ручейки сквозь снежные нивы, поигрывая солнечными зайчиками. То тут, то там сквозь черные прогалины показывали вдруг свои еще не окрепшие нежные стебельки первые весенние травы. Набухли коричневые почки на деревьях, как будто вздыбилась весенняя влага земля. Как наш серебряный блёст заискрил новую жизнь, новым счастьем, имя которому — Родина. Том Круз, Киану Ривз, Джим Керри, там можно бесконечно перечислять. Они все работали официантами, грузчиками. Брэд Питт, он вообще работал в курином костюме рядом с куриным рестораном. Так что я смогу. Я артист, хороший артист, но в нашей стране у артистов будущего нет. Не люблю Брэда Питта. Он слишком, как это по-русски, сладенький. Я добьюсь успеха. Я знаю, что я добьюсь. Окей. Значит, Калифорния? Голливуд. Окей. По визе, которую ты хочешь, должен быть депозит. Минимум $4000. У тебя нет депозит? Нет депозит, нет виза. Закон. Но ты помнишь, твои справки, у них есть срок. Да. Да, я достану деньги быстро. Я кап-кап-кап, я буль-буль-буль, я хлюпаю в ладошки. Скачут-скачут по земле мокренькие ножки. Капелюшка, это я и все вокруг мои друзья. И песенка моя звучит, как звонкий ручей. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Что это за доисторическое говно?
Вы бы еще в мальчиша-кибальчиша переоделись. Дети хотят суперменов, спайдерменов. У них там этих менов хреново гора. Не знаете, сколько костюм спайдермена в аренду стоит? Не знаю, знать не хочу. Вот. Спасибо. Тут половина. Угу. Мы так не договаривались. Еще спасибо скажи. Не-не-не, подождите, я вам что, дилетант какой-то? Я дипломированный артист. Давайте все. Кис, тут козел один хамит, поговори. Где я хамлю? Это мошенничество. Мы договаривались на одну сумму. Че? В итоге получается другая. Продукты, пожалуйста, забери, что купил. Что случилось? Мам, что случилось? Иди, у тебя там гости. Здравствуй, сын. Что с мамой? Стареем, разговаривать так и не научились. Угу. Как ты вообще? Нормально. Че приехал? Деньги на бухло нужны? Я не пью. Ух ты. Опять подшился, да? Мне надо тебе кое-что рассказать. Что-то очень важное. Ты, наверное, даже не поймешь. Я понимаю, я был тебе плохим отцом. Ты мне не был никаким отцом. Так какой-то ханыга, который раз в два года появлялся. Да, все так. Все так. Но потом кое-что случилось. Я изменился. Я хочу, чтобы ты узнал меня. Другого меня. У тебя что, рак? Тебе 27 лет было похрен, и тут Надя. Сын. У меня мало времени. У меня другого момента может не быть. Да и слава богу, ты что думаешь, мне интересен ты и вот твои проблемы? Тебе интересно было, как мы тут выживали? Как мать на трех работах впахивала за твои долги, пока ты там водку жрал и баб трахал. Ты вообще кто такой, чтобы тебя узнавать? Ты перед ней на коленях стоять должен. А мне-то никто. Да, все так. Вот письмо. Здесь все. Если что-то случится, сохрани его. Обязательно сохрани. Угу. Если вам нужны деньги, у меня есть. В жопу себе засунь. Простите меня. Лейтенант медслужбы Ротова. Мне сказали, у генерала болят зубки. Да, мне кажется, выпала пломба, доктор. Ай-яй-яй. Давайте-ка мы с вами
проверим, что я могу для вас сделать. Откройте, пожалуйста, ротик, товарищ генерал. Кажется, нам придется сверлить дырочку. Больно? Вы знаете, у меня совсем нет анестезии. Если вы мне поможете, доктор, то я вам просверлю дырочку. Под орден. Знаете, может быть, так? Так хорошо? Да, да, так хорошо. Но мне кажется, я все-таки что-то еще чувствую. Да? Да. Тогда нам нужна анестезия помощнее. Извините. Стоп. Стоп. Виталь, да выруби ты, нах, что ты меня снимаешь так? Как тебя, Леша? Да у него не стоял просто. Свет, ну помолчи ты минуту, а? Ну пусть рот отдохнет. Леша, слушай, я тебя понимаю. Я ведь тоже думал, буду в Каннах с Тарантино в туалете разнюхиваться. Ну, что поделать? Ну, жрать что-то надо. Да. Слушай, ну ты же знал, куда идешь, а? Да. Ну давай это, давай полегче. Ну да, ну, ну порно. Ну, это тоже искусство. Ну, ты посмотри, какая у тебя партнерша. Нимфа, авагарня. Ты коньячку хочешь? Нет, нет, я не хочу коньячку. Когда деньги заплатят? Леш, ну слушай, ну ты трусы еще не снял, уже бабки просишь. Ну нехорошо. Готов? Леш, хочешь тебе Светка перед кадром подрочит, ну, чтобы конфуз не было? Не буду я ему дрочить, слушай, пусть сам себя дрочит. 1-9, 1-2. А кадры выставим? Сейчас, секунду. Не, ну тебе что, тебе фанфары нужны, что ли? Лёх! Сейчас, извините, у меня что-то с отцом. Блин. От полученных ранений Максим Вязенцев скоропостижно скончался в райбольнице Широнина, ТЧК. Просьба прибыть на опознание ЗПТ, вступить в законное наследство ТЧК. Селиванова, МТ. Вот и все. Отмаялся Максим. И бог с ним. А я ведь его предупреждала. Я ведь говорила, что этим закончится. Говорю, Максим, твои же дружки тебя где-нибудь и прикончат. Господи, прости. Мам, тут квартира. Что квартира? Наследство, квартира. Леш, не говори ерунды. Почему ерунда? Это ерунда, денег стоит. Подбирать за этим человеком объедки – это унизительно, Леш. А вот это не унизительно? А жить, как мы, не унизительно? Я сказала нет. А я поеду. Леша, ты никуда не поедешь. Ты никуда не поедешь. Леша! Ты гордость какую-то надо иметь. Какая гордость? Ты мне, блин, капелюшку стираешь. Я сегодня вообще знаешь, чем занимался? Мам, сколько ты впахивала? Мама! Он нам должен. Не стыдно. Я поеду и продам эту гребаную квартиру. Леша! Леша! I'm a famous actor from Russia. Я известный актер из России. Can you tell me where the nearest bar is? Не подскажете, где здесь ближайший бар? 2 cocktails, please. 2 коктейля, пожалуйста. Where can I rent a yacht? Где я могу арендовать яхту? I can afford it. I have enough money. Я могу себе это позволить. У меня достаточно денег. You have a beautiful smile. У вас красивая улыбка. Ты что, ты встал? Дай людям пройти. Thank you.
Слушайте, а как вообще улица Гвардейцев Широницев котируется? Да ну, жопа мира. А чё? Да я так квартиру еще прицениваюсь. Да ну, что там хорошего? Овраг с коноплей, карьер, да речка, говнотечка. Ну, а сколько там, например, двушка в хрущевке может стоить? Да бог ее ведает. Ну, скажем, 1500 баксов, не больше. Угу. Нормально. Деньги-то с собой? А? Доллары, в смысле? А, нет, я так просто сказал. Не ссы, пошутил. Это, братец, вот, если тачка понадобится, возьми. Я всегда на колесах. Ух ты, ничего себе. А ты думал, фирма. Ты чё ломишься? Чё ломишься? Дед, я только что с автобуса из Москвы приехал. Мне нужно в квартиру попасть, а ключи сказали в ЖЭКе. Какая квартира-то? А вот в 6-м доме. У меня там отец жил. Вот умер недавно. Это вам. Тоська! Тоська! Топай в контору, беспелюха. Тебя люди ждут. Так... Игорь. Сладкая женщина, вот многие любят. Здрасте. Здрасте. Антонина Петровна, начальник ЖЭКа. Вы у нас кто? А я вот наследник. А это вам. Ой. Приятно. Угу. А мы вот все гадаем, кто же за квартирочкой приедет? А вы к нам насовсем или как? Не, я или как. Я продам и сразу в Москву. А вот тут вот проблемочка может возникнуть. Квартирка-то нехорошая была. А у нас, знаете, народ Широнина суеверный. Тосенька, ну мы с вами, как говорится, люди цивилизованные. Вы, кстати, в Москве-то бывали? Не проходилось. Да вы что? Так вы приезжайте ко мне, мы с вами погуляем-то. Ой, а бургеры попробуем? Конечно, и картошку фри. Прекрасно. Только вот, то есть, квартиру надо продать. Может, все-таки есть кто-то, какой-то покупатель? Ну, вообще, приходили одни, интересовались. Вот, Тосенька, другое дело. Здрасте. Сын покойного Максима Даниловича. Прошу. Ну, в общем, дальше я не пойду, мертвецом боюсь, вот. Ага. Насчет квартиры я поняла, подсучусь. Спасибо. Давай, москвич. Тось, ты не знаешь все-таки, что там случилось? А, да бытовуха. Привет, мам. Ну, в общем, я здесь, я уже зашел в квартиру. Алло. Алло.
Алексей Максимович. Здрасте. Кользов моя фамилия. Мне и Жека позвонили насчет квартиры. А, я так и понял. Ага. А я вот приятеля с собой прихватил. Он на машине, знаете. А, да ничего. А, так вы хотите купить квартиру? Хочу. У меня тут родители в соседнем доме. Вот удобный случай поближе прибраться. Ну, позвольте. Конечно. Ага. Здрасте. Так. О! Так. Гарнитурочка-то у меня тут станет. Как влитой. Ты смотри, а. Так, здесь ковер ляжет. Ну, дверь мы поменяем. Прекрасно, прекрасно. Алик! Алик, иди сюда. Надо же, а. Дорогами труда. Читали? Нет, могу прочесть. Стоит? Да не, книжка так, чепуха. У меня просто с ней связано одно романтическое воспоминание. Коктебель, море. Алик знает. Слушайте, а вам книжка, наверное, не нужна? Продайте, а. Давайте мы с вами по поводу квартиры договоримся, и тогда вся макулатура ваша. А я что, не сказал, что еще? Меня все устраивает, я беру, и я готов дать за нее 8 тысяч зеленых. Годится? Сколько? 8. М? Задаток. М? Кстати, а вы же, наверное, в Москву-то побыстрее хотите. У меня есть друг армейский, нотариус. Мы сейчас прямо к нему поедем. Если поторопимся, все оформим. Мы еще вас на вокзал проводим. А ночным поездом в Москву. А? Ну? Может, у вас еще и батарейки есть? Батарейки? Алик? А? Батарейки есть? Ну, я так-то их для пульта брал. Ну, Алик, ну. Ну. Ты смотри, а? Что делается, а? Ну, чего? Поехали. Поехали, поехали. Ты это, посиди, пока тут с Десом осталось. Приехали в чужой регион, провели разведку, не изучили противника. Ну что ж, вы не знали в лицо членов нашей читальни? Пожалуйста, пожалуйста, я заплачу. Деньги не проблема. Проблема действительно в другом. В общем, так. Или вы сейчас же называете нам имя заказчика, а потом свидетельствуете против него на съезде. Либо завтра найдут ваш обгорелый труп. Я ни при чем. Я не убивал никого. Фамилия? Марченко. Это Марченко. Он приказал. Готовы к сотрудничеству? Да.
Да, да, товарищ Лазов, да. Это ЧП. Я... Товарищ Лагудов, нам нужен съезд. Завтра нужен. Ну, что делать? Ты из-за квартиры, да? Забирайте. Да бог с вами, Алексей Максимович. Квартира тут ни при чем. Я понимаю, вы напуганы. И я очень сожалею, что нам пришлось познакомиться в таких обстоятельствах. Но я клянусь светлой памятью вашего отца. Эти люди хотели вас убить. Ну, поэтому нам пришлось действовать так жестко, решительно. А вы кто? Действительно, извините, мы не представились. Ну, вот перед вами все члены нашей, так сказать, организации. Вот Саша, Вероника, они вас охраняли в дороге. Вот Аннушка, сестра Вероники. Марат Андреевич, наш семейный доктор, так сказать. Николай Тарасович, наш богатырь. Игорь Кручина, повар от Бога, я рекомендую вам. Таня, добрый, отзывчивый человек. Ну и я, Маргарита Тихоновна Селиванова. Мы все друзья вашего отца, и я вам более скажу, мы его библиотека. Что? Библиотека. Мы читаем книги. Вот такие. А. Секта? Чего сразу секта? Саш. Она раритетная? В книжном, я думаю, она стоила бы копейки, но это... Это необычная книга, и именно из-за нее вас и хотели убить. Это очень все трудно понять, я понимаю. Мы попозже вам все объясним, а сейчас вам надо отдохнуть, да и нам решить парочку вопросов. Простите, если это все из-за книги, и она, слава тебе, Господи, уже у вас... Алексей Максимович... Выходить наружу для вас сейчас смертельно опасно. У меня мама. А здесь вы среди друзей. И чтобы вы нам окончательно поверили, вот. Маргарита Тихоновна, вы уверены? Маргарита, может быть, не надо? Надо. Это самое ценное, что у нас есть. Книга вашего отца. Твою мать. Таня, уводи его. Проходите. Все готово. Можете ложиться. А вы так со мной всю ночь будете? Так безопаснее, поверьте. Я тихо постараюсь вам не мешать. Если вам нужно раздеться, я отвернусь. Не надо читать. Извините. Это опасно. Что? Вы так на него похожи? На кого? На отца. Мне очень жаль, что его не стало. Мне тоже. Мы с ним... Так близки были.
Тань, пожалуйста, я ничего не понимаю. Объясните мне, что происходит? Ну, хорошо. Это так просто не объяснить. Есть книги. Написал их советский писатель Громов. Издавались они в разное время разными тиражами. Так вот, эти книги, они как бы волшебные. Тань, пожалуйста. Ну, вы серьезно? Я пробежал пару строк, но это же графомания, это какой-то социалистический бред. В том-то и секрет. Если прочесть пару строк, то читать дальше не захочется. А если прочесть все целиком, не отрываясь, выполнив условия непрерывности и чаяния, то книги покажут свою силу. Великую силу. Книги. То есть их много? Известно 6. Книга силы, книга терпения, книга власти, книга ярости, книга радости и книга памяти. Говорят, что есть еще 7-я. Книга смысла. Но ее все ищут, и пока никто не может найти. А вот это какая из них? Это книга ярости. Она очень-очень опасная. Не стоит читать ее без подготовки. Казанцев стоял посреди золотистого пшеничного моря. И грудь его вздымалась радостно, мощно. Комбайны шли ровно и словно парадной шеренгой. Могучие, неукротимые. План был перевыполнен. Это была чистая победа. Он почувствовал, как в его жесткую ладонь вложила свою нежную девичью ладошку Анфиса. И понял вдруг, что вот эту вот руку он не хочет отпускать никогда. Таня, вот этот вот, я прошу прощения, словесный понос, вот это очень-очень опасная книга ярости, да? Я понимаю. Но когда-нибудь... Вы прочтете. Это мой отец придумал вот эту секту. Это не секта. Это не секта. Да. Хорошо. Да. Просто это какое-то безумие. Вы при этом абсолютно вменяемый человек. Какой-то ужасный день. Я уже с ума сойду. Может быть, хотите поспать? Да, поспать. Да, пожалуй, посплю. Посплю. И завтра вы мне обязательно все расскажете. Может быть, даже, я не знаю, прочтете мне какую-то книгу вменяемости. Вот. Я как-то приду в себя, так, может быть, у нас с вами завяжутся какие-нибудь отношения, я вас приглашу в ресторан, поцелую, а пока, знаете ли, посплю. Тань, только вы, пожалуйста, никуда не уходите, мне вот с вами как-то спокойнее. С вами, с вашей шпагой. Я кап-кап-кап. Я буль-буль-буль. Thank you.
Что случилось? Замок вынес, сука. Походу, к речке двинул. Ну, давай, к речке. Мы тогда к железке. Ты почему здесь? Твой объект Вяземцев. Я к железке. Девочки, разделитесь. Можешь еще раз рассказать? Я что-то недопонял. Еще раз. За мной гонится. Я их не знаю. Может, риэлторы черные, может, еще кто. Посадите меня, пожалуйста, на поезд до Москвы. Я заплачу. Бандиты, значит? А че гонятся? Я не знаю. Я квартиру продаю, аванс получил. Может, отследили. И что, большой аванс? Полторы штуки баксов. Возьмите себе. Только купите билет и посадите на поезд. Пожалуйста. Как же так, товарищ? В одну ночь два побега. Ну ладно, Колесов. Но этот-то вообще ничего не понимает. Да еще и книгу унес. Хватит уже, Марат Андреевич. Надо парня искать. Единственный свидетель. Может, на квартиру пойти, у него вещи там. А может, он вообще Марченко завербованный? Сразу же мне что-то не понравилось. Если Марченко до него доберется, он не жилец. Ну и что будем делать с советом? Без свидетелей они нас прям там и нашинкуют на антрикоты. Он, наверное, в милиции. Он в милицию мог пойти. Блин, только бы не туда. Наверняка Гореловскими куплены все до единого. Я думаю, что он на московский поезд пойдет. Значит так, давайте 7:30 на вокзале, ну, если до этого не найдем. Игорь, Таня, за мной в милицию, остальные сами распределитесь. Маргарита Тихоновна, я пыталась ему объяснить, и мне казалось, что он понял. Не боюсь, чтобы мы его раньше нашли. Тут тебя никто не найдет, не ссы. Я пока на вокзал съезжу, билеты куплю, через пару часов разбудим и на вокзал отвезем. Поезд 7:30. А это у нас перебои со светом. Если что, вот. Огонь есть у тебя? Ну все, давай. Отдыхай.
Мужики, говорил же, но нет тут ни хрена. Слышь, Сусанин, полдня по говнам топаем, все равно и каски не нашли. Ну ты чё, а? Ну тебе же люди говорят. Где лежак-то? Простите, я не понимаю. Местные говорили, что немцы вот сюда выходили. Свернули где-то не там. Свернули где-то не там. Мозги у тебя не там свернули. Простите меня. Пробухал все. Хорош, мужики. Держи. Спасибо. Простите меня, я. Бывает. Нам ночлег нужен. Стемнеет скоро. Я понимаю. Сейчас. Вот здесь. Деревня должна быть. Там? Да. Пошли. Может, раньше. Да вон они уже расчесали наверняка. А вдруг нет? Дай-ка клюшку. Лопату дай. Освети. Купеческая закладуха. Учитесь, пока я живой. Слышь, протонуло тебе. Мать честная, я такой журняк первый раз вижу. Как получается? Целились мы в порося, а попали-то в лося. Мужики, это завтра понесем, потом еще ходку сделаем. Только Гаврила наш сдаст поляну. Жопой чую. Что предлагаешь? Похаваем и спать ляжем. А утром назад двинем. Надеюсь, не заблудимся. Ну, здравствуй, сынок. Что ж ты моим ребятам про книгу не сказал? Давай-ка ее сюда, только спокойно. Без лишних движений. Договорились? Слышь, браток, не спится тебе, да? Thank you.
Ну, а вы остаетесь с нами и делаете все, что мы вам скажем. Сегодня ночью состоится экстренный съезд Совета библиотекарей. В таком состоянии товарищ Колес пришел к нам за защитой. Это провокация! Мы никого не пытали! Пусть все решит поле боя. Я за тобой лично приду. Вас же, наверное, дома мама ждет. Я другой Вяземцев! Я людей не убиваю! А мы думали, ты с нами. Если ты читаешь это письмо, то, возможно, меня уже нет живых. Потеря библиотекаря останавливает бой.